Всем привет! Выходные уже совсем близко, и самое время составить планы, как и где их лучше всего провести. Разберемся вместе прямо сейчас. Самара Grand Art Festival – международный арт-проект в Самаре. Он проходит уже во второй раз и объединяет профессионалов российского и мирового стрит-арта, а также местное творческое сообщество. Самарские художники и подмастерья помогали мэтрам создавать уличные полотна в прошлом году. Активно включатся в творческий процесс они и в этот раз. Ловим последние теплые вечера и идем смотреть кино под звездами. У «Ладьи» продолжаются бесплатные кинопоказы. На этот раз на экране покажут «Папе снова 17», «Стиляги», «Сумерки». И это только в пятницу. Отдельное расписание подготовлено на все выходные. В репертуаре как современные комедии, так и классические истории. Воскресное осеннее утро самарцам предлагают начать не с кофе, а с третьяковки. 5 сентября приглашают в клуб Третьяковки в Самаре поговорить об искусстве, а главное – узнать последние новости. Какие программы ждут взрослых и детей осенью в образовательном центре Третьяковки? Как и когда можно будет увидеть обновленную фабрику-кухню? В галерее «Виктория» открывается проект «Приглашение к путешествию». Это выставка современных российских художников, отошедших от традиций концептуализма и авангардизма в поисках чистого и чувственного искусства. Художники уходят от повседневности, политической и гражданской повестки, создавая невременные произведения, предметы роскоши, объекты для созерцания. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!